Гитфа на связи? Соскучились? Я – да. Но новостей чё-то в последнее время мало. Но не сегодня, полундра. Перейдем к новостям. На европейском сервере стартовал новый ивент, который, по словам Вальтера, является развитием проекта R. Если вы забыли, что это, то это тот ивент, где мы всем сервером фармили жемчужины, выполняя разные задания. А потом открывали пустые или не пустые сундуки и получали подарочный Marvel Head. Так вот, в новом ивенте концепция та же, если судить по европейскому ивенту. Только вместо жемчужин будут накапливаться специальные кристаллы. Боевые задачи, как всегда, не особо замысловаты. Выиграть определенное количество боев, набить энное количество опыта собой, уничтожить врагов на корабле определенного уровня и так далее. Призами при прохождении отметок на линии станут множители: 1.25 к опыту командира, 1.75 за первую победу в день, не густо, согласитесь. Открытие новых миссий даст x2 за первую победу, ну и также не стоит забывать о миссиях с апгрейдами. Последним достижением в конце ивента будет барабанная дробь. И, увы, мы и сами не знаем. Если судить по европейскому серверу, то призы будут прем-аккаунты, камуфляжи, прем-корабли, редкие флаги, а еще арпеджио-корабли. Если вы уже ждете, когда же стартанет это все у нас, то сбавьте пыл. Осталось ждать немного. Вальтер говорит, банкет начнется сразу после праздников. После окончания майских ивентов и получения фидбэка с других регионов. Ну и коль мы вышли на связь, пробегусь коротко по другим новостям. Опубликованы майские боевые задачи и испытания. Часть из них приурочена к памятным датам, Дню Победы и Ютландскому сражению, к примеру. Заданий много, и я советую осмотреть их самим, дабы не пропустить удачные для себя даты фарма. Лично меня сильно радует возможность пофармить кредитов и сигналов, которых всегда вечный дефицит. Особо радует боевая задача, где на крейсере СССР или Германии за уничтожение эсминца будут выдавать 200 тысяч серебра в придачу. Почти что халява. Не пропустите. Испытание «Дуэль с эсминцем» с 13 по 16 мая. Выполняется многократно. Поэмы про премы также есть в этом выпуске. Прем-магазин обновился. Есть Кэмпбеллтаун и много всякого разного. Аж глаза разбегаются. Но Техаса там нет. Хотя поговаривают, что скоро это изменится. Для особо ярых фанатов игры обновился магазин атрибутики. Брелки для ключей, кружка-хамелеон с эмблемой игры, различные значки и футболки. Также в продажу вернули специальный подарочный набор, который, напомним, уже продавался в Новый год. Набор остался тот же, так что если вы хотите редкий эсминец 5-го левла Камикадзе или вдруг нужен коврик для мышки, то можете заказывать данный набор. Вот и все новости. Удачного вам рабочего дня. До связи. Если тебе понравилось видео, поставь лайк в знак поддержки. Подпишись на канал и смотри мои гайды и стримы по игре. Кроме того, в моей группе ВКонтакте есть много всякого интересного. Потому подписка также будет полезной. С учетом того, что я выпускаю контент практически каждый день, заскучать не получится.